Казахстанцы собираются в Мекку. В этом году совершить хадж планируют 2500 людей. Их будут обслуживать 16 туристических компаний. Все они прошли аттестацию в духовном управлении. Кстати, впервые казахстанцы смогут полететь в Саудовскую Аравию на отечественном самолете. Одна из авиакомпаний получила на это разрешение. Там есть очень хорошие специалисты, то есть теологи, имамы, которые поведут наших сограждан в паломничество. И в это время они, конечно, будут объяснять про хадж, про условия, что должны делать в этот момент паломники. И, конечно, туда входят медики. Медики обязательно нужны, в случае чего оказать первую медицинскую помощь. В том числе есть журналисты, которые будут вести прямую трансляцию, то есть с Мекки, с Медины, прямо в Казахстан. Хадж начнется 22 августа. Паломники смогут вылететь прямыми рейсами из Алматы, Астаны и Шымкента.